Мои дорогие, с вами Александра, Швеция. И сегодня у нас такой рум-тур по квартире. Квартира эта находится в городе Мальма, абсолютно прекрасная. Моя приятельница разрешила мне здесь снять все для вас. Сама она показываться не хочет, но разрешила показать всю квартиру. Посмотрите, квартира очень ухоженная, на мой взгляд, хорошо обставленная, очень чистая. Квартира съемная. Моя приятельница пока не хочет покупать новую. Она живет здесь вдвоем со своим мужем. Когда-то они здесь жили с тремя детьми, но дети выросли, уехали, и они здесь живут теперь вдвоем. Чем мне нравится эта квартира особенно? Что в ней особенного? В этой квартире сад есть. Смотрите, я открываю балкон. И вот что мы видим. Посмотрите. Прекрасный балкон. И с него дверь в сад. Ну, в сад я не пойду. Холодновато, но покажу вам. Впереди меня вы тоже увидите дверь. Вы видите дверь. И можно зайти со стороны улицы сюда. То есть замечательно можно проводить здесь время летом, чем они и занимаются. А сейчас посмотрим, какой у нас большой балкон. Скажу честно, квартира эта не самая дешевая. Снять такую квартиру 10 тысяч шведских крон в месяц. И мы возвращаемся в другую комнату с балкона. То есть с балкона у нас две комнаты, мои дорогие. Вот в этой комнате раньше жила дочка. Но дочка вышла замуж благополучно, родила ребенка. Все очень хорошо, слава тебе, Господи, сложилось. И теперь эта комната пустая. Возвращаюсь я обратно в коридор. И посмотрим мы еще с вами кухню. Мои дорогие, теперь я покажу вам коридор и кухню. Вот висят мои вещи. Я пришла не так давно. И сейчас из коридора мы повернем в чудесную, прекрасную кухню. Стол, посмотрите, куплен. Тоже понятно, в каком магазине. Догадайтесь сами. Задаю вам вопрос, в каком магазине куплен дом. Ой, пардон, стол. И повернем сюда, на кухню. Видите, как разделена зона? Здесь есть и машина для стирки. То есть не для стирки, а посудомоечная машина. Для стирки у них тоже нету. У них в подвале тоже стирка. Микроволновка, все есть. В этой квартире два санузла. Ну, ясно, квартира не моя, я в них таскаться не буду. Темная комната напротив меня, посмотрите. Вот так живут другие в Швеции. Я, наверное, это видео назову «Жизнь других в Швеции». Как живут другие. Видите, квартира вся в растениях. Квартира у нас это большая. И вот сюда, если зайти, то будет налево комната и направо комната. То есть здесь два санузла. Санузел впереди меня. Комната слева, комната справа. Здесь темная комната. И при входе тоже санузел.
Мои дорогие, с вами была Александра. Если есть какие-то вопросы ко мне по съемному жилью, по съемной квартире в Швеции, то, пожалуйста, задавайте. Я всегда рада на ваши вопросы ответить. И спасибо вам за ваши теплые, хорошие комменты. До свидания.